Всю эту неделю в Ульяновске проходит 5-й региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia. Школьники и молодые специалисты соревнуются в поварском, столярном, телеработотехнике, промышленном дизайне и сварке. Всего 22 направления. Конкурс по сварке, который посетила «Ульяновская правда», проводится в 4 этапа. Общая их продолжительность 18 часов. На этом этапе ребятам нужно изготовить вот такую деталь. И по словам судей, это требует настоящего профессионализма. Но парни справляются. Конкурс сварочной технологии входит в 4 модуля. Первый модуль – это контрольные образцы. Они выполняют 4 образца. Двутабровое сечение, две пластины, горизонтальный вертикальный шов и труба под наклоном 45 градусов. Второй модуль у нас идет герметичное соединение. Они выполняют конструкцию герметичного соединения. Третий модуль – алюминиевая конструкция. И четвертый модуль сварка материала из средней и высокой легированной слабой. Андрей Тафатулов участвует в WorldSkills уже второй раз. Сваркой парень занимается только 2 года. Однако навыки у него уже вполне профессиональные. Конкурс очень интересный для сварщика. В этом конкурсе мы разбираем конструкции. У нас 4 модуля, 4 сварочные конструкции. Мы собираем на РДС, ручная дуговая сварка, на полуавтомате и на аргоне. Пока старшие специалисты занимались сваркой и другими прикладными дисциплинами, юниоры показывали свои достижения в робототехнике и дизайне. Конструкторам нужно было собрать и запрограммировать робота под конкретную задачу. Ее до начала конкурса не объявляли. Данила и Ярослав начали заниматься робототехникой в Дворце творчества детей и молодежи. Результат налицо. Этого робота они готовили 2 дня. Ярослав собирал тело, а Данила программировал поведение. Вставляем робот-манипулятор, который захватывает определенные кубики и довозит их, разводит по своим точкам. В конкурсе участвуют десятки ребят со всех учебных заведений региона. Уровень подготовки у них, конечно, очень разный. Однако запрограммировать машину, перенести куб из пункта А в пункт Б смогли практически все. Но какой приз ждет лучших? Если их результаты окажутся высокими, то их, скорее всего, пригласят в мае на финал национального чемпионата по JuniorSkills, который также проходит в рамках чемпионата WorldSkills. WorldSkills 2016 продлится до 2 декабря. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.